Здравствуйте, мои дорогие зрители, все, кто меня сейчас смотрит. Вы находитесь на канале Светлана Воронина «Вязание». В сегодняшнем видео, сегодня 6 января, хочу рассказать о том, как прошли праздники, поздравить своих зрителей с наступающим Рождеством. Желаю вам всего самого-самого замечательного, здоровья в первую очередь и всего самого-самого хорошего, чтобы наши желания и ваши желания совпадали с возможностями, и возможности совпадали с желаниями. А также, как творческий человек, хочу пожелать творческих успехов всем, кто меня сейчас смотрит. Значит, что праздники прошли у нас хорошо. Надарили деткам подарков много. Мы с мужем отпраздновали хорошо. Наделали кучу салатов. Какие-то новые салаты, какие-то те, которые уже как традиция, каждый год у нас были на столе. Шашлычок, без него никак. Ну, так прилетело быстро наше время праздничное. И, значит, что я делала до сегодняшнего дня? Вязать я тоже не переставала. Расскажу немножечко о своем рукодельном процессе. Значит, за эти дни я связала вот такую салфетку крючком. Вот такая замечательная салфеточка. Вязала я ее, ну, наверное, дня три. Не спешила. Днем, конечно, у нас все дома, детки дома, муж дома, выходные дни. Поэтому днем особо вязать некогда. В основном вязала под вечер. И еще один мой процесс. Так, эту салфеточку я вязала, значит, сейчас немножко пошуршу, погремлю вам, покажу, с каких ниточек. Эту салфетку я вязала вот с таких ниток. Семеновская пряжа. Крок Макс. Здесь в 100 граммах 575 метров. Ниточка довольно хорошая. Мне понравилось с нее вязать салфетки. И по толщине я люблю такую ниточку. Вот. Она не толстая, не тонкая. Такая ниточка для салфеток очень даже хорошо. Вот. Далее муж к Новому году подарил мне вот такую пряжу для шалей. Он знает, в каком магазине. Мы постоянно с ним заезжаем, покупаем пряжу. Он заехал в наш магазин «Хоббит», там, где мы постоянно с ним отовариваемся пряжей. А мы, когда были в прошлый раз, заходили с ним в магазин, продавец показала нам вот эту пряжу, что сказала, что она ее первый раз завезла в магазин. Раньше она для магазина такую пряжу не заказывала. И в разговоре с мужем я упомянула, что как бы интересно было бы попробовать такую пряжу. И вот перед Новым годом муж поехал в ту сторону, где находится этот магазин, позвонил мне и сказал, что: «Солнышко мое, я нахожусь в этом магазине. Через камеру, через WhatsApp он мне показал на полках вот эту пряжу и сказал: скажи, какой цвет тебе нравится». Я выбрала вот такой розовый цвет. Проснулся мой малыш. Выбрала такой цвет. И сейчас я с нее начала вязать шаль.
Вот такая получается шаль. Называется «Лебедушка». По ней я снимаю мастер-класс. Всем, кому интересно, у меня есть плейлист по этой шали. Показываю я каждый ряд. Снимаю видео. Вот. Могут появляться звуки такие. Малыш не спит, разговаривает. Он рядом со мной, Матвей, находится. Так, и значит, вот такими процессами я занималась. Довязала салфетку. Вяжу вот такую шаль. Дальше, как она у меня будет получаться, я буду показывать вам в отдельных видео. И можно будет посмотреть продвижение вот по мастер-классам, там, где я снимаю мастер-классы. Значит, вот такие выходные у нас проходят. Завтра снова праздник, снова Рождество. Но свое любимое занятие вязания мы не бросаем. Идут у нас дальше продвижения по вязанию. Ну, в общем, вот так я хотела вам рассказать, что у нас все хорошо. Все праздники двигаются дальше. Спасибо всем за внимание. И всем пока-пока. До новых встреч!